Друзья, такой рулет сможет приготовить каждый. Не нужно муки, не нужно испекать в духовке, потому что это очень легко. Так, мне понадобятся бананы, киви, печенье, ванилин, творог, масло сливочное, ложку меда и ложку какао. Для начала мне надо перемолоть печенье 100 грамм в блендере. А печенье я перемолола. Вот мне надо, чтобы вот такие крупинки оставались. Не очень большие, а вот такие мелкие. Большой нужен. Теперь я вот сюда же отправлю какао-порошок. Так, друзья, теперь мне нужно смешать вот это все дело. Эту готовую массу, это будет основа, я оставляю отдохнуть минут 20. Все эти ингредиенты сейчас перемешаю. Подготовила киви, почистила от кожуры. Так, выложила, оказывается, не сняла. И вот буду теперь скалкой так делать лепешку. Теперь начинкой размазываем вот это все. Так, теперь я выкладываю сюда киви. И заворачиваю. Так, посмотрим, что у нас получилось. Вот такой получается красивый десерт на праздничный стол. Итак, друзья, вот такой у нас получается рулет, десерт, чаю. И вот вам маленький лайфхак. Вот у нас такой рулет остался. И мы из рулета сделаем целый кусок рулета. Все. Вот такой десерт у меня получился. Приятного чаепития. Друзья, если видео было полезным вам, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока!